Дура ты. И муж у тебя дурак, хоть и помер. И Шурин дурак. И коза у тебя дура. Психопатка чертова. Пыхти, пыхти, пока глаза не повылазят. Простояла, так подохнет, что получил молотком. Дура ты! Часто встретишь, выходя из метро, такую красотку, такую красотку. Настолько мила и хороша собой, что даже не лоб, даже не лоб. Такая светящаяся улыбка, голубые глаза, что кажется, я уже забываю, где у меня тормоза. Часто встретишь, выходя из метро, такую красоту, такую красоту. Настолько мила и хороша собой, что даже неловко, даже неловко. Позвольте только проводить вас до дома, до дома, до дома. Скажите, как вас зовут? Возможно, мы знакомы. Родители зовут меня Заинькой, дедушка с бабушкой Паинькой, дяди и тети Ларисой, друзья в университете лысой. Родители зовут меня Заинькой, дедушка с бабушкой Паинькой, дяди и тети Ларисой, друзья в университете лысой. Всем приветик, меня зовут Антон Онегец. Я бы хотела записать это видео, не предыдущее, для того, чтобы доказать, что я не являюсь паником. Вот мы одни, смотрите внимательно. 97-53-63-76. Ну, как вы уже поняли, что ВКонтакте у меня одна страничка. Часто встретишь, выходя из метро, такую красотку, такую красотку. Настолько мила и хороша собой, что даже не лоб, даже не лоб. Такая светящаяся улыбкой, голубые глаза, что кажется, я уже забываю, где у меня тормоза. Часто встретишь, выходя из метро, такую красотку, такую красотку. Настолько мила и хороша собой, что даже не лоб, даже не лоб. Позвольте только проводить вас до дома, до дома, до дома. Скажите, милая, как вас зовут? Возможно, мы знакомы. Родители зовут меня Заинькой, дедушка с бабушкой Паинькой, дяди и тети Ларисой, друзья в университете лысой. Родители зовут меня Заинькой, дедушка с бабушкой Паинькой, дяди и тети Ларисой, друзья в университете лысой. Меня зовут Светлана, я из города Иваново. Россия очень много сделала достижений, подняли экономику, стали более лучше. Одеваться не было того, что сейчас. Это очень большие достижения. Родители зовут меня Заинькой, дедушка с бабушкой Паинькой, дяди и тети Ларисой, друзья в университете лысой. Родители зовут меня Заинькой, дедушка с бабушкой Паинькой, дяди и тети Ларисой, друзья в университете лысой. Родители зовут меня Заинькой, дедушка с бабушкой Паинькой, дяди и тети Ларисой, друзья в университете лысой. Родители зовут меня Заинькой, дедушка с бабушкой Паинькой, дяди и тети Ларисой, друзья в университете лысой. Алена Комарова и Дарья Искра, говорим вам об этом. Мы лучшие, понимаете? А вы нет.